Вы можете уже что-то спрашивать, задавать вопросы. Да, я вот похвастаюсь, еще у меня вот переиздали книжечку такую про Ломоносова. И если кому-то интересно, в 6 часов я буду вот тут вот на стенде московского правительства, издательской программы, подписывать свои книги и рассказывать про книгу. Дело в том, что по своей первой специальности я биофизик. Вот. И вот мы написали несколько книг о биологии. Это книжка про клетку, есть еще книжка про мозг. Вот если я найду здесь своих друзей из издательства от Волкова, они это все притащат. Вот я вот пока одну вам похвастаться. Вот про эту книжку я буду рассказывать в 6 часов. Ну а теперь, дорогие слушатели, коллеги, друзья, может быть, у вас есть какие-то вопросы? Может? Да, пожалуйста, ваш вопрос. Да, да, хорошо. А вот кто-то будет распоряжаться? Здесь молодой человек был, который вот так вот. Вы можете, да, тогда я предоставлю вам вопросы. Что нужно делать? Вопросы, да. Вопрос. Я буду с микрофона. Да, да. Вы знаете, да. прекрасная лекция о Москве и о связи Достоевского с Москвой. И хочется прочитать такие стихи. «Москва, как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось, Петербург, Москву, мы все здесь любим и гордимся мы своей страной, восхищаться вечно будем горным небом над Москвой, рекой, Невой». Спасибо вам, благодарим вас. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Вы знаете, ведь эти строчки «Москва, как много в этом сердце» ведь написал Пушкин, который не был в своем родном городе 15 лет. Представьте себе, вот его отдали в лицей, да? Вот, его отдали в лицей, когда ему было 11 лет, да? И что? Он вообще ни разу после этого не приехал 15 лет в Москву. Потом он отправился в так называемую ссылку или командировку. И только потом, через 15 лет, он оказался в Москве. И, конечно же, тогда он написал вот эти строфы из Евгения Онегина, которые так действительно пронзают наши сердца. Но об этом я вот написал в книжке «Плыви силач», если вам интересно. Спасибо, да. Благодарим вас. Еще вопросы? Очень просим, да. Владимир Путин избираться на пост президента России на выборах. Есть у кого-то еще вопрос? Можете поднять руку, я к вам подойду. Россия велика. Московская, да. Международная книжная выставка «Лучшая в мире». Праздничный, торжественный проходит. Кто возглавляет московскую выставку? Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный. Сергей Семенович Собянин, ура, победа на века. Это вопрос, к сожалению, вне...